Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Слово заведующему кафедры профессору Станиславу Семеновичу Калинину. Вчера начался показ курсовой практики наших студентов. Выступали хоры третьего и старших курсов, четвертого и пятого. Я хочу сказать, что усилиями кафедры практическая работа наших студентов налажена очень основательно, потому что все, что дает кафедра в отношении теоретических знаний, это очень хорошо. Но все это должно быть всегда подкреплено практическим умением. И в этом отношении, конечно, большая работа университета. Курсовые хоры порой можно им вернуть, если курсовых хоров, можно предоставить порой даже очень высокие концертные площадки, потому что выступления этих молодых людей всегда вызывают неподдельный интерес и радостные чувства. Вчера выступали хоры со сложными программами, потому что они выработаны, все эти программы курсовых занятий, довольно-таки проверено, выверено и основательно. Первый курс, который сегодня вот на этой сцене, он выступает с очень сложной программой композиторов романтиков, в основном западной Европы. Это и немецкие романтики, прежде всего, английские, то есть весь этот очень сложный период становления музыкального и не только музыкального искусства охвачен их работой. Вы сегодня это будете слушать и даже не задеваться. Второй курс – это работа над русской музыкой. Это в основном менять музыку. Замечательный русский класс, который оставили нам наследство, величайшие свои шедевры, которые довольно не всегда звучат на больших сценах, в репертуарах других коллективов. Но это основа русского хорового бытия, я бы сказал. Вы с этим тоже сегодня будете знакомиться. Третий курс – это сложнейшая эпоха Возрождения. Но вы уже, если кто был вчера, то имел возможность это все слушать. И четвертый курс – это современная музыка. Композитор второй половины 20-го и уже первой половины 21-го века. Вот. И я вчера говорил, что программа, посмотрите, все композиторы – это вторая половина века, 50-е годы, 60-е, 70-е. То есть это те композиторы, которые будут, наверное, будем надеяться, авторитетами в этом нашем веке. И самое главное, что светит в нашей работе, это прежде всего преемственность. Это та эстафета, которая должна быть передана от учителя к ученику, от старшего поколения, от которого они как такого могучего древа впитывают живительные соки хорового дела, хорового искусства. И мы надеемся, что в этих руках будет надежно представлена и Московская хоровая школа, основатели кафедры, это величайшие наши праотцы, это великий Костарский, Чесноков, Данилин, Александр, Никольский,
которые вот из этого зала перенесли все это могучее достояние русского хорового искусства Московского консерватория, который является основателем нашей кафедры, самой старейшей кафедры России. И более того, как слева многих дирижерско-хоровых отделений, факультетов и других стран. Давайте мы поприветствуем вот эти замечательные. На сцене хор студентов первого курса. Руководитель хора, преподаватель Екатерина Олеговна Толстопузова. Thank you.
Калинина. Thank you.
дирижер Анна Гручих, класс профессора Бориса Ивановича Куликова. Прощание с лесом. Дирижер Роман.